Расширить рынки сбыта белорусских промпредприятий. Такую задачу поставил заместитель премьер-министра, представляя коллективу Минпрома нового руководителя. Юрий Назаров отметил, что нельзя концентрироваться только на российском рынке, ведь наша продукция имеет хорошую репутацию и далеко за рубежом. Подчеркнул необходимость увеличения темпов роста производства, важность привлечения инвестиций и кооперацию. Отсутствует, сама промышленная политика. Притом я говорю о промышленной политике не оторванной от внешнего мира. То есть нужно интегрироваться. Нужно интегрироваться с ближайшими государствами. То есть промышленная политика должна быть открыта. И мы должны найти взаимодействие со всеми ближайшими государствами и странами. Не только постсоветского пространства. Создавать кооперацию, создавать вот эти компетенции определенных узлов, определенных компонентов. Ну и тогда, конечно же, придет результат. Петр Пархомчик в промышленности давно, начинал рабочим в 16 лет на тракторном заводе, дорос до коммерческого директора. 13 лет возглавлял БелАЗ, поэтому знает и как продавать, и как закручивать гайки. Развитие белорусской тяжелой промышленности и новых акцентах руководитель ведомства рассказал в первом эксклюзивном интервью нашему каналу. Полную версию мы покажем в это воскресенье в главном эфире.